Всем привет! С вами канал Art Mania. Сегодня у нас обзор на вот такую вот вкусняшечку. Это у нас кола, жидкая конфета. Так вот она выглядит. Такая она мягенькая, прикольная бутылочка такая. Так, у нас тут состав. Наверное, может быть, кто-нибудь увидит, есть. 20 грамм всего лишь. Стоила она 45, но была скидка 50%. Вот, поэтому решила взять. Так я думала. 45, конечно, там дороговато. Причем, если тут вот отодвинуться, вот так вот все, то получается она заполнена только вот здесь вот. Остальная вот эта часть, она получается пустая. То есть, ну, по большому счету, это очень мало. Она такая прикольная. Так, давайте попробуем с вами разглядеть состав. Мне кажется, там состав, конечно, химии наверняка очень много. Сироп вижу, сахар, регулятор кислотности, лимонная кислота. Что-то там еще. Короче, увидите сами. И давайте ее попробуем. Так, я ее открыла, она, оказывается, белая. Я думала, она черная. Кока-кола же черная, а она белая. Сейчас попробуем еще раз. Вон там пузырик, видите. Белая. Сейчас будем пробовать. Она такая вязенькая немножко, такая вязкая, как гель. Кислая, сладкая, приторная. Какой-то вкус, как будто минералки какой-то. Вкус кока-колы, ну, не знаю, непонятно, честно. Ну, что-то вроде как будто бы есть, в то же время и нету, что-то такое. Не знаю, может, кстати, больше вкус спрайта, что ли, с кока-колой. Что-то, короче, непонятное. Ну, такая она приторно-сладкая. Ну, чуть-чуть вкус колы есть, чуть-чуть. Ну, честно, снова я бы ее не купила. Что-то как-то непонятно особо. Как-то так. Кстати, мне кажется, если эту бутылочку помыть, хорошо промыть, в нее можно налить водичку. Ну, допустим, вот. Иногда идешь куда-то, да, отнесешь тяжелые сумки, что-нибудь. И лишнюю бутылку брать тяжело. Она легенькая. Ну, там, может, конечно, набрано там 20 грамм. А так, может, там 50. Так вот чисто глотнуть, попить чуть-чуть. Можно. Или просто оставить. Просто куча упаковок таких. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Art Mania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока-пока. Еще у нас, кстати, впереди вот такая. Похож на спрайт, но не спрайт. Спутник. А, спунти.